Курганской области прошел молодежный бизнес-лагерь «В деле 2015». В течение 3 дней 120 молодых предпринимателей учились успешному ведению бизнеса, общались и налаживали полезные связи. Организаторами молодежного форума являются правительство Курганской области и областной бизнес-инкубатор. В Заурале он проводится уже в 4-й раз, и в этом году, помимо участников из 12 регионов России, в нем впервые приняли участие представители Республики Беларусь. На тематических площадках они познакомились с перерабатывающим производством, научились удваивать продажи и взяли на вооружение технологии увеличения прибыли. Мы считаем, что бизнес-лагерь у нас удался. Конечно, защита прошла, скажем так, у них очень все было сумбурно, на подготовку очень мало времени. Но в то же время самая главная ценность не то, что получилось на защите, а то, что было в процессе, когда они придумывали проекты, когда они их, скажем так, обсуждали, когда они хотели их соединить воедино все свои мысли, потому что ведь совершенно разные предприниматели собрались. Они из разных сфер, из разных областей, из разных регионов. И надо было вот тут как раз им договориться, стать командой. И на это как раз были направлены все 3 дня. Насыщенная программа молодежного форума проводилась по нескольким направлениям: продажи, маркетинг, услуги, производство и сельское хозяйство. С участниками бизнес-лагеря охотно делились опытом приглашенные ведущие бизнес-тренеры, добившиеся успехов в своем деле. Ваш регион сейчас находится в таком, в драйве развития, да? Я подсмотрел некоторые моменты, хочу тиражировать вот этот ваш опыт на другие регионы, на наши мероприятия. Итоги 3-дневной борьбы были подведены на торжественном закрытии бизнес-лагеря. Победителями стали участники команды «Марк Итинг». В 3-м этапе соревнований молодые предприниматели представили направления торговли, продаж и их технологии.